Вот, о, как мы заедем. А, стой, стой, вон, смотри. Ой, блин! Ты чё, блядь, дурак, ёб твою мару, блядь! Ума не хватает, блядь, идиоты, блядь! Раз. Сука, блядь! Заезжу.
Ник, голова не болит. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.再怎么快就是100啊！这台这里买比较会走。哦、哇哇完了！啊，油菜哟，好危险的呀！你故意是别。Придурок. Блять, ну... Блять. Что делает ты, придурок, да? Идиот ебаный, блядь! Придурок, блядь! Это ничего себе, блядь! Это девка, нахуй! Очканула, блядь! Thank you.
Ладно. Давай. 1000 метров весит 2 тонны. 1000. Ой. Дай дорогу. Достав крутой. Капли в город и ехали. Ёпта мать! Дебил, бля! Ничего. Сейчас в Москве находится спикер крымского парламента Владимир Константинов. Он встречается в эти минуты со своим российским коллегой, главой Госдумы Сергеем Нарышкиным. И ссылки нам не отправляй на русалку. Здесь ля-ля. Ну давайте все равно. В честь праздника, естественно, приз от компании Биотики, стильный флеш-накопитель, который всегда придет на помощь твоей памяти, Софи, сохрани. Заебал нах! Гадил хуй! Командир, ты меня не подрезал? Сука, эй! Гандон, ёбана! Лада, сука, нахуй! Лада, сука! Подойди сюда. Уходи сюда. Потому что мне надо, видишь, научиться разговаривать на английском. Осторожно. Твою же ж мать, а!
Рубим его. Вот так, вот так, вот. Вот тише, тормози, тормози. Вот так вот, я сказал, сейчас, сейчас будет, блядь. Ох, красавцы! Молодцы! На Ауди стоит, идиот, чтобы бочины зацепить. Блин, смотри, все. Ой, блин, ну вот придурок, а. Ну конечно, блин.
квалификации худших из нацистских преступников. Когда я говорю худшие, это те, кто непосредственно своими руками убивали. Окей. Мы
смотри, уёбывает, блять, уёбывает, сука! Нихуя, авария! Дебил! Как так можно, блядь? В странное глубокое забытье. Он шел по коридору ожидания.
Ебать! Все. Пизда нахуй. Гандон, сука! Ох, вы дебилы, блядь! Вот вы тупоёбы, блядь! Нахуя? Или я тебе сбил планку? Нет, совсем не сбил, нормально. Ага. Действительно, об этом мы сейчас и поговорим. У нас чуть позже с тобой будет в эфире из города Киева по телефону.
называется, кваса. Так мы вам тоже предлагаем работу. А? Мы вам тоже предлагаем работу, Юрий. Хотя бы пока в качестве консультанта. Я знаю, что Казань от... Ага.